Привет, народ! С вами снова Грузин. И сейчас будет еще одна реакция на трек Lil Pump D-Rose. D-Rose, what the fuck? Ладно. Я не слышал этого исполнителя ранее. Только, ну то есть конкретно слышать не слышал, а слышать слышал. Ну имеется в виду, что есть такой исполнитель. Вот. D-Rose. А, это, кстати, записывается по просьбе комментария, который был оставлен ранее. То есть, видите, вы точно так же можете оставить комментарий, но перед этим рекомендую вам подписаться, чтобы не пропустить то есть, подписаться. Колокольчик, там пальцы, все дела. Короче, не будем долго тут тянуть, да, как обычно. А, и ему 16 лет, кстати, мне сказали. Ну, как бы посмотрим. Полетели, братва. Какие-то выстрелы. Видать, гетто же все-таки. Нигера. Мне уже... Так нравится. Эй. Дреды у него такие еще модные. Что-то с басами, по-моему, переборщили. Ну, так же любят делать. Что прям. Пока хз, что сказать. Ну, раскачивать он может. On a brick, Lil Pump never spend his money on a bitch. Never trust a nigga cause he acting like a bitch. Take a nigga bitch to the Motel 6. I just ruined my wrist cause I'm whipping in the kitchen. You pass the bread to my mom and I told her whip it. Well, four bands in the kitchen. Eight. Nine bands in the kitchen. Hey, fuck your bitch. What? Yeah, no, normal. Okay. I just fuck your bitch. Не люблю слишком, когда вот с этими эффектами перебарщивают. Не, ну есть как бы перспектива у него, конечно. Молодых нигеров дохерища просто, кто может реально годно делать. Все, что ли? Ну что сказать, братва? Сейчас что-нибудь скажем. Короче, ну, парень как бы может делать, видно. И, ну что, посмотрим, как дальше себя проявит. 19 миллионов просмотров, как бы, в свои 16, если ему реально 16. Старт очень такой хороший, я скажу вам честно. Вот. Надо просто это. Мне вот басы не очень понравились. Ну, как бы, не так уж воспринимать. Может, просто я то, что в наушниках слушаю. Не так уж, ну, как бы, не по кайфу, короче, было, так скажем. А так, в принципе, в целом, ну, и образ у него такой соответствующий, как бы, да. Дреды, не дреды-то. В общем, я поставлю ему четверочку. По пятибалльной. Ну, все-таки, как бы, ну, есть еще над чем работать. Откровенно скажем, да. Нет, как бы это охеренно, я ничего не скажу, но есть еще куда стремиться. Не нужно останавливаться на достигнутом. Вот. Не знаю, по-моему, какая-то херовая реакция получилась, но я даже не знаю, что больше сказать. Как бы, ну, вы сами слышите, что... Сейчас вот я отвечаю, вот слушаешь вот эти все, ну вот трап этот весь и так далее, там новое. И как будто вот одинаково как-то делают.
И вот у него как бы звучит круто, я ничего не говорю. В целом, да, в общем, общая картина. Но опять же, вот как будто это как-то, в общем, одинаково. Надо что-то свое тоже привносить. Вот, а так, как бы, да, четверочка и успехов ему. Если вам понравилось, да, что-то я думаю нет, но буду надеяться. Пальцы вверх и подписочки там, все дела. Спасибо за то, что досмотрели до конца. И оставляйте еще комментарии, если хотите увидеть другие реакции. Да.